Привет всем, кто смотрит это видео. Я решил сделать такой небольшой обзор Wi-Fi роутера от компании Seiko. Модель Linksys E900. Надеюсь, что чем-то я смогу вам помочь в выборе Wi-Fi роутера. Я просто очень долго выбирал его и почему-то на нем остановился и хочу просто показать, на что он способен. Сначала я покажу тест прямо по проводу, а потом через Wi-Fi роутер. Но роутер я установлю на место, там где он будет у меня постоянно висеть, приблизительно 10 метров от компьютера. Надеюсь, что смогу вам чем-то помочь в выборе роутера. Спасибо. Провайдер вообще обещает мне до 100 мегабит, но что-то я вот не могу понять, почему у меня скорость передачи постоянно была до 10 мегабит. Но вот интересные вот данные получил я после того, как установил роутер. Я не знаю, почему так получилось. Очень неплохо показал себя роутер. В целом мне продукт очень понравился. Единственное, что мне не понравилось, что нету отверстия, чтобы повесить его на стенку. Я так понимаю, что он предназначен для того, чтобы лежать на столе.